Облом. Не поиграть нам сегодня. Но зато пока не под гипнозом розовых соплей, мы можем делать, что хотим. А что мы хотим? А пойдем спросим у Жорика и вампира. Они ушли. Прыжок, уклон, еще уклон, теперь бей! Давай комбинацию, ставь защиту, защиту! Давай, защиту, защиту, давай, Катя, в защиту! Девочки, мы же с вами друзья. Надеюсь, что нет. А теперь? А теперь лучше беги. Я почти ее обыграла. Это да, тебе бы могло повезти, но... Со мной вечно мисс проклятие, которая вечно приносит неудачи. Эй! Все претензии к своим кривым рукам, которые даже на кнопки попасть не могут. Зато по тебе не промахнуться. Так что ты хотела? Мне нужен совет. Отдел финансовых вопросов. Отдел зазнайства. Отдел посмотри на меня и лучше так не делай. Отдел моды и красоты. Что именно тебя интересует? Я очень скучаю по своему другу. Так вы пара? Я думала, вы брат и сестра. А мне казалось, что вы просто два психа. Что? У меня нет времени собирать сплетни. Это не сплетни, это информационная новость, которая обсуждается в маленьком женском коллективе для извлечения из нее полезного опыта на будущее. И называется это сплетни. Ну да. А где твой второй, бесчердачный? Сказал, что отправляется на суперсекретную миссию. Короче, он может быть где угодно и бегать сейчас без штанов. Вот когда мне скучно, я стараюсь отвлечься, например, домашними делами, поручениями. О, охота на нечисть! Так, забыли этот вариант. У тебя есть хобби? Конечно, охота на нечисть! А как ты отдыхаешь? Охочусь на нечисть! Я где-то это уже слышала. Может, тебе попробовать завести новое знакомство? А как насчет ваших мальчиков? Чего? Отобью ваших парней. Это же тоже охота. Здорово я придумала, да? Все вздохи разобрали. Она вам ничего не напоминает? Миску с хлопьями. Уютный гробик. Ванну. А как же вы не понимаете? Это же корабль! А у каждого корабля должен быть свой капитан. И это я! Что? Капитаном должен быть я! Так, ты пошел отсюда, давай, кыш. А какие аргументы? Капитан Ростя отлично звучит. Юнга Ростя звучит еще лучше. Нет, я не хочу.
Ой. Я старше вас всех, поэтому капитаном буду я. Это не очередь за стальной челюстью. Тебя никто вперед не пропустит. Ты чё? Дайте шапку! Она моя, не бери. Это моя шапка! Если мы не можем договориться... Не можем! То давайте устроим соревнование. Которое решит, кто из нас достойнейший. И что за соревнование? Кто больше всего отдаст мне крови. Ну, стоило попробовать. И почему мы еще тебе не купили намордник? Мы его купили, но вы с разгильдяевым его съели. Да мы просто его перепутали. С чем? Ну, очевидно, с чем-то съедобным. А хорошая отмазка. Я это вслух сказал. Бойцы, перед нами стоит ответственная миссия. Нам нужно не допустить к нашим оболтусам одну хитрую кукушку. Так точно! Мы должны проявить стойкость и всю серьезность, на которую только способны. Так что отсмейтесь прямо сейчас. Отлично, будьте бдительны и собраны. Не ведитесь на всякие... Ой, новая помада. Помадочка, подожди. Минус один. Навозный жук – это насекомое? Умного нет! Которое формирует навозный шар, используя свою лопаточную головку и веслообразные усики. Девочки... Может, у других ты смогла одолеть, но со мной тебе не справиться! Я росту не отдам! Сейчас мы это и проверим. Знаешь, что это? Моя тетрадка. Верно, твоя тетрадка с сочинением, за которое тебе поставили 4. Это позор! Это надо спрятать! Что там вообще происходит? Мне кажется, мы договаривались о соревнованиях, а не о пытках. Это испытание на храбрость. Так что терпи, и, возможно, капитаном будешь. Ладно, хуже этого уже быть ничего не может. Это еще что? Опровержение твоих слов. Я еще жив. Я думал, что мы с тобой друзья. Поэтому я и дал тебе легкое испытание. Оно невыполнимо. Тебе просто надо не есть 2 часа. Просто? Займи себя чем-нибудь. Отвлекись от мыслей о еде. Ну там, посмотри в окно, посчитай кудряшки Жорика. Серьезно! Уверен, что не струсишь и вызовешь кого-нибудь? А чё мне бояться? Ну, не знаю. Вот мы в прошлый раз вызывали пиковую даму и... Она пришла и напугала вас? Нет, пришла бабка и наваляла нам.
Да ну нафиг. Давай, соберись, желе клыкастое. Ладно, ладно. В зеркало смотрю и в гости нечисть я зову. Раз, два, три, а ну-ка, приходи. Это что было? О, это наш старый знакомый. Совсем не изменился. Звони. А точно надо? Это твое испытание. Ты должен позвонить Марии Ивановне и высказать все, что ты думаешь о ней. Или тебе слабо? Конечно нет. Я это сделаю с легкостью. Сейчас та жабочкастая узнает, за кого я ее считаю, и за все домашки я ей выскажу. Мальчики, открывайте. Это я. Ой, то есть мы, ваши девочки. Что-то не верится. С учетом того, что мы слышим только один голос. Это просто кажется. Из-за двери между нами. Это закон физики, химии и что-то там еще. А, ну я слышал это. Или читал. Или я все это выдумал. Если вы это вы, значит вы с легкостью ответите на наши вопросы. Окей, давайте. Юля, твое любимое блюдо? Макарошки. Катя, что ты делаешь обычно в свободное время? Верчусь перед зеркалом и крашусь. Чернова, где прошло наше первое свидание? Ну это изи, 100%. На болоте. Золотарева, какую ты фразу говоришь чаще всего? Чернова, это все ты виновата. Это все вопросы? Ага. Супер, открывайте. Мы не можем. Почему? А мы не знаем, правильно это ответы или нет. С возвращением. Нет, спасибо. Хотите продолжить сражение? Нет. А что тогда? Напомнить тебе, что наши мальчики все еще могут оказаться нечистью. А разве может охотница встречаться с тем, на кого охотится? Нет, не может. Тогда пока-пока. Пора выпустить сорняков в нашей жизни. Странно, дверь не открывается. Может, заело? Не заело. А что тогда? Мы заперлись с нашей стороны. Зачем? А нам и тут хорошо. Поднять паруса! Справа борту акула! Атакуем! Друзья, пишите в комментариях, где нам еще провести 24 часа. А для вас испытание. Заберись в ванну и поставь там лайк. И подписывайся, у нас тут круто. Полный вперед! Эх. Эй, вы еще вздохи отобрали. Как будто на Ростю посмотрел. Давай. Егор, жрать я не могу. Ущипни себя. За поп. Я! Что? Что?
И он горошит, звучит еще. Еще звучит. Ладно. Что это было? Эх!